Приветствую, друзья, вас на канале WebAplay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Seven Days to Die. Быстренько пробежимся, что мы успели сделать за пару дней, пока мы тут тусовались. Во-первых, я пока тут в офлайне был, пойдем лучше покажу наглядно, что мы сделали. Ничего больше, мы чисто косметически только поставили здесь люк. Чисто хотел посмотреть, как он выглядит вообще, как это вообще прикольная штучка. Тестили аккумуляторы. Короче, аккумуляторы, они у меня продержались. Два аккумулятора продержались полностью на свете и на заборе. Два штуки третьего уровня. Так, видите, у нас здесь... потому что я перед этим думал, как же замерять заряд аккумулятора? Тут ничего не пишется, только пишется, какое оптимальное питание. 173 ватта он содержит, да? И сейчас потребляется 38 ватт, да? За ночь прошло, ушло два аккумулятора. Во время этого генератор не работал. Вот, видите? И я скажу, здесь довольно-таки имбовая штука. Если поставить здесь аккумуляторы пятого уровня, я скажу, вообще гениально. Это вообще будет, особенно на, например, режим осады, например, когда вырубать там, типа, мясорубки, там довольно-таки много энергии уйдет. Туда будет, эти аккумуляторы нам и помогут. Мы таких станций еще побольше сделаем, смотря сколько аккумуляторов мы найдем хороших, да. Вот, поставили этих вот. Сейчас свет выключится на 5 часов, и потребление еще ниже упадет. Это одно. Так что, да, если, чтобы следить за уровнем своих батарей, видите, тут есть полоски, они когда будут пустые, значит аккумулятор пустый, значит надо будет выключать генератор и рвать рубильник и заряжать батарейки. Второе, что мы сделали, пока я здесь вот ночь прикантовался, я поставил пару бочек, это чисто тоже визуально, чисто визуально. Вот, поставил я обочины, чтобы красивенько это все по фэншую у нас было, да. В предыдущей ночи я посадил опять же деревья, видите, как, насколько много деревьев, они нам пригодятся, нам надо будет их потом пилить. Нашел я также в офлайне, я ездил по карте и нашел очень такую, очень сочное место, вот оно здесь. Очень много военных баз, туда мы сегодня и направимся, будем лутаться там. Так что игра будет сегодня, серия будет тоже опять же сегодня про лутание, тусание. Потому что видите, как в прошлый раз мы нормально лутанулись, и у нас есть помповое оружие. Да, это довольно-таки, это самое имбовое оружие. Я кажется, мне так кажется, в игре вообще по большому счету, да. Так что давай берем моцик. Что еще я сделал? Я построил вот такую вот штуку. Тут у нас вода и все остальное. Кофейку. Построил я сейф, чтобы тут хранить вещи на продажу. А здесь у нас будет только храниться. Здесь будут храниться только моцики и так далее и тому подобное. Так, значит что, выложим мы то, что нам не надо с собой. Выложим мы это, выложим. Что нам еще не надо? Блин, это вот эта гадость, она крафтится, сколько там осталось, ну ладно, черт с ним, пусть крафтится. Нам что, лопата нужна, нож нужен, гаечный ключ нужен, все, окей, ладно. Поехали, короче, погуляем, посмотрим, что надыбаем. Вот, потому что я при... когда я ночью приезжал сюда, я надыбал целую... Короче, я собрал моцик и... свой полный инвентарь, да. Так, довольно-таки имбово это было все дело. Так, короче, поплыли, короче, так. Нам надо сейчас довольно-таки далеко ехать надо. Был бы, конечно, бусик, вообще было бы, не было бы никаких проблем. Я как раз забрал патроши, у нас есть патроши дофигища. И на ППшечку, и на... Ой, на ППшечку, на простой пистолет, и на дробаш. Ну, не дробаш, а помповое ружье. Так как то же самое, опять же снимаем, тоже мы в новом качестве, я чисто провожу эксперимент. Так что, друзья, оцените, зацените, подскажите, как у вас там это качество. Мы играем в 2К сейчас, по большому счету. И вот мы начнем уже лутаться, вот, наверное, где-то здесь. Вот это красное здание, это кажется что-то вроде киноте... Карлсон Корн, это что? Бобс Барс. Ладно, видите, у нас тут, блин, многоэтажные дома, тут очень-очень мощные дома. И очень большие дома, то, что меня смущает, очень. И еще у нас есть катакомбы здесь. Ну, мы сейчас полазим, посмотрим, что у нас здесь есть. Довольно-таки много. Я очень доволен спауном, еще раз повторюсь, очень доволен спауном. Это просто шикарно. Так, давайте ломать машины. Мне нужны аккумуляторы, мне нужны моторы, мне нужны и запчасти всякое разное. Вот, а это что у нас вообще? Это фаер... это фаер стейшн. Значит, там будут большие автомобили. Угу. И там будет велика возможность, что мы получим...
двигатели. Потому что я перед этим был в армейской базе. И там было очень много двигателей. Очень много двигателей. Иди сюда, подруга. Ну, видите, какое это оружие. Это имбовое оружие. Это самое имбовое, кажется, мне оружие. И вообще, то, что мне подстречалось на данной стадии. Ну, конечно, может быть, акусик будет куда ж мощнее. Или там пулемет, да, там, ну, камон. Это куда дальше в развитии. Так, иди сюда. Ой, какой-то, блядь, психопат был. Нет, дробаш, этот помп оружие, это просто имба, друзья, это просто имба. Я очень доволен, то, что мы его нашли вообще. Это водонапорная станция, или как он там ее назвать. О, идет, 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 красавчик, идет. Ну, иди сюда. Так, что у нас здесь, топорчик? Или можно даже ключом? Нет, топором. На этих я буду использовать дробаш, а на простых этих можно использовать просто пистолет. Потому что эти такие довольно-таки жесткие парни. Так, это можно так, что у нас здесь? О, сумочка. Иди сюда. Отлично, броня, это на продажу. Двухстолочку, которая у меня была, я продал. Она нам не нужна. Не нужна. Что? Дружище, здесь. Койот ебаный. Где он? Это тоже жестокий. Это жестокая зверюга. Мне бы еще ружье нормально получить, вообще было бы шикарно. Так, ладно, лутаемся дальше, что у нас здесь есть. Это можно разобрать. Давай, подгребайте, пацаны. Ну да, видите, два уровня. Два выстрела в голову и все, и пиздец ему. Это мы прокачали ловкость. Так, где там? Так, это работает. А здорово, пацан. Просто. И чем дальше мы будем прокачивать свое мастерство по оружию. Ух ты, блядь. Тем больше у нас будет урон происходить из выстрела, потому что я пытаюсь всегда целиться в голову, и тоже, друзья, у нас это целиться всегда в голову. Во-первых, это будет экономия ресурсов в виде пуль и так далее. А во-вторых, сам вам будет легче. Блин, ты какой жестокий пацан. Главное, чтобы меня не заразили какой-то хуйней. Отлично. Это я тут, блин, прям все село разбудил. Ну ничего. Пружины, все тогда это нам надо. Это нам надо, друзья. О, идет, идет, мармузель. Отлично. Там делать очень много разных няшных штук. Ничего здесь. Нам надо механические запчасти. Так, может здесь как-то. Смешно. Кирка. Так, мы отсюда вообще зашли, да? Что здесь, кухня? Это потом разберем. Разберем.
Разберем. Это что? Разберем. Так, разобрать, разобрать, разобрать. Нам эта кастрюля нахер не сдалась. Так, ладно, идем дальше. Что у нас здесь? Это что, не типа отсюда эти все эти перли? Как-то тут очень стрёмно выглядит. Дырка какая-то, бля, прям выбита. О-о-о, здравствуйте. 23. Бля, этот лучше. Бля. Эти гаснут ключевка грязи, бля, теперь. Но это мы продадим. 300 баксиков, бля, нормально. Только нормально поднимемся. Это уже, смотри, мы даже не успели пролутаться, блин, полностью. И тут уже, блин, полный инвентарь у нас. А у нас еще, смотри, сколько еще ящиков осталось здесь. Ёпта. Да еще и сейф. Ёпта, макарек. Да, конечно, захотел. Так, окей. Допустим, мы сейчас вон... Блять, унитаз посередине, блядь, пожарной станции, блядь. А где машины пожарные? Я не понимаю, что-то, блядь, происходит. Где пожарная? О, здрасте. Два сейфа? Ну, по-любому нам надо будет долбить их. Стопудово мы их не откроем. У нас только две отмычки или четыре, точно не помню. Мы не можем быть такими счастливыми открыть все, блядь, с одной отмычки. Ну, а вся, а чем черт не шутит? Посмотрим. Ну, я же говорил, будем долбить нахер. Ай... Печаль. Ну вот, еще. Ну и все, и закончились наши отмычки. Надеюсь, тут будет нормальный лут, лутецкий. Так, тут вот-то дяденька идет сюда. Услышал он, что я тут пытаюсь взломать их с них сейф, оружейный промсейф. Я думал, он такой построить у себя, но смысла нету, тут слишком большой, он громоздкий. Если он еще бы устраивался в пилоны, да, например. Тогда еще можно было подумать. А так, нахер. Можно, не, можно, конечно, внизу поставить, там, да, где у нас там будет храниться самое ценное. Но по большому счету, это же, блин, хранится самое ценное от чего? От зомбарей? Они нахуй не нужны. Там у нас более-менее такая буферная зона. Окей, допустим, у нас довольно-таки неплохие. Ништячки у нас залетели сюда. Так, дальше, что мы можем сделать? Вот это как-то туда добраться. Но мне надо опять же здесь будет достроить блоки. Смысл? Никакого. Так, это мы уже проверили, да? Пусть пролетарий. Так, окей, у нас следующее здесь есть. Так, окей, это надо разобрать. На, так, сюда. Опа. Ты куда ты-то, блин? Повис прям. Это можно прям сразу скушать. Это мы, кстати, надо, я как раз хотел, еще думал, как мне, где же мне достать этот сраный фонарь модификации, нет у меня места, да, для этого. Вау, отмычка. Жаль, что нам не поможет. А тут еще одна. Окей. Окей. Ну, что смотри, тут. Хабысь, я остановилась на 3 секундах. Допустим, да. Сейчас посмотрим. Что и требовалось доказать. Извиняюсь за посторонний шум, друзья. Брательник зашел. Мелким спокойной ночи пожелать, как говорится. Ой.
Сейчас додолбим. Бля, вот я разочарован. Я думал, что тут будут фуры, машины, а тут нам нихера. Кукиш. Кукиш. Кто-то там ломится. Мне чтоб сюда подойти. Дверь. Здесь дверь открытая, блядь, алё. Еще один разочек. Ну, я так скажу, что ничего особенного, это разбираем. Это сколько стоит? На 58 разбираем. Нам они больше пригодятся в плане, когда будем строить этот, как его, если будем строить бейсбольную биту нормальную. Так, все это проверено, все это проверено. Так, у нас байк там остался, да? Ну да, видите, у нас машин здесь нету никаких. Пошли разгрузимся. Стопы, бля, никуда не пошли. Надо собрать все, что есть. Мусор есть, надо собирать. Тут может быть всякая няшняка быть внутри этого всего мусора, блин. Ну да, обидно, обидно, короче, ничего такого толкового. Ну чё, в церквушку залетим, посмотрим, что там. Будем богохульствовать по чуть-чуть. Так. Так, что можем выложить? Это мне нужно, вот это тоже не будет. Этого явно тоже не будет больше. Так, что еще? Этого не будет, я думаю. Порох не надо забрать. Денежку выбросить. Это разобрать, вместо очереди забито. Так, это тоже сюда, шапку. Ладно, пусть будет. Оружие? Разобрать. Нам нужно запчасти. Жир, то. Акусик. Акусик, интересно. Акусик. Акусик, сколько ты стоишь вообще? 70. Ну ладно, пусть ты будешь пока. Окей, что еще можно выложить? Ну давай выкладываем все, что возможно. Ну, железо. Вроде можно, но давайте оставим. Доски. Мясо, водичку. Так. Так, кусик тоже выложим. А кусик патрон тоже выложим. Так, это выложим. Бензин тоже можно пока что выложить. Что еще здесь есть? Бинт можно выложить. Это тоже можно выложить. Пока что он не пригодится нам. Остальное нам пригодится. Так, хорошо. Ладно, идем. Богохульствуйте. Будем грабить кафедральный забор. Собор, блядь. Я здесь. Сюда иди. Тут обычно, блядь, собаки где-то ныкаются на. Бля, вот ты на. Вот это реакция, бля. Ладно. Он сначала был нормальным, потом он нахуй взял и взбесился. Ты чё, охуел, уёбок? Я чуть штаны не наложил, блядь. Прям приохуел сам, короче, с такой реакцией. Я знал, что что-то будет неладное, блин, но не думал, что вот так прям сразу. Так, есть там что полезное? Давайте взглянем. Раз они оттуда сильник спрыгнули. А, тут я уже вижу, какая-то сумка есть. Ой. Ладно. Не хотите так? Сделаем так. Ой, иди сюда. Угу. Здрасте. О, разрывные пули. Это что дает нам? Искалечить ногу? Да нахер мне твоя нога с него сдалась. Ладно, поставим модификацию, да. Модификация.
Опа, блядь, волчара, волчара. Сейчас верни, где ты там? Где там, сука? Сейчас мы быстренько тебя. Ну, блядь, рискнем стая волков, смотрите. Блядь, ну я рискну, конечно, но не знаю. Пацаны, сюда идите. Я здесь, блядь. Блядь, я рискую, конечно, страшно. Ну это волчары нормальные. Пацаны, я здесь, блядь. Куда вы побежали? Ну вот, вот при таком оружии, да? Вот даже такие козлы нам не страшны, да? Куда они исчезли? Я здесь, здесь, да. Так, где ты? Где еще один? Где еще один волчонок? Волчонок. Попробуем. Я был должен был ногу отстрелить. Вообще 20. Это 60% возможности стрелить ему ногу. И нихера. Так, где-то срака, где-то собака еще одна. А вот она. Иди сюда, блядь. Ну сорян, ну блядь, чувак, ну что делать? Мне надо мясо с тебя, и кости нужны мне с тебя. Окей. Все, можем сейчас идти в кафедральный собор. Ой, блядь, я не люблю вот такие вещи. Катакомба. Могу тебя забрать? Это не могу тебя забрать. Ну ладно, возьмем пока что простое оружие. Тут ничего нельзя сделать, да? Так, где там, бля, кто? Давай. По одному выходите. Воу! Все? Никого больше нет здесь? Это нежданчик так упал, бля, прям, блядь, в яму на. Так, нету еще одна книжка. Вы издеваетесь надо мной? Дайте что-нибудь полезное вообще. Блядь, одни только записки. Опа. Кевларовая лента, хорошо. Бензопила, друзья, бензопила. Ну ладно, мы уже изучили, что нам уже. Мы можем ее крафтить сам по себе. Так, что здесь у нас? Здесь ничего. Мы это оставим. На, вдруг пригодится. Так, дальше, что у нас здесь? Книжек нет никаких, нет, книжек нету. Вот еще книжечки, книжечки, книжечки. Масло. Да, блядь, уже это все у нас есть. Дайте мне, блядь, что-нибудь полезное. Какие-то кондиции, блядь, better up conditions. Так, что у нас здесь? Какие-то двери. Пошли в эту дверь сходим. Блядь, это прям в катакомбы, походу, не?
Где вы там? Что там мочит, блядь? Плесень. Химлаборатория. Так, тут книжка. Что это такое? Что это такое? Что такое? Альманах пожарного. Урон огня выглядит в деревне на 10% больше. Углюи, блядь. Ну ладно, допустим. Углюи на этом... Здрасте. Угу. Так, меня мучает жажда, у нас есть что попить? Ну не хочу, блядь, пить, еще пока что рано. Давай выпьем этот. Ну, давай долбись там пока что. Блин, спрятали же паскудники, бля. Смысла, бля, нихера нету. Пару патрон дробаша и все. Да. Печа. О, здравствуй, 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 где подруга сюда? С первого выстрела сдохла. Ну вообще ничего толкового, блин, нету на здесь. Это может в следующем задании уже. В следующем на серии. На следующей серии уже сможем, может быть, какие-то задания начинать выполнять или что вроде этого. Так, что это такое, блядь? Окей. Это бетон, ясно, понял. Понял, дальше, дальше пошли. Так что здесь у нас. Медсестричка, дай мензурку. Ну хуй там ты мензурку дашь мне. Ну ничего. Какие-то шитки-то кожаные плащи, блядь, что? Ты дай мне нормальную что-нибудь полезную вещь вообще. А не нахуй твои кожаные штаны, блядь, или кожаную, блин, там что там? Шубу. Здорово, пацан. Так, я оттуда пришел. Вообще очень слабо по луту. Очень слабо, только краску, единственное, то, что можем полутать, и все, больше ничего толкового не сможем забрать отсюда, да? По идее. Ты охуела? Лежать сказал, блин. Здравствуй. Здрасте, второй этаж. Че, и третий этаж есть, типа ты. Ну ладно. Ну идем наверх. Ну или потом вниз спустимся. Что, блядь? Где ломится? А, это здесь ломится, да?
убивать вас. Вот это пиздец. Идите, блядь, отдохни, ну турнир, тут у нас было вообще мясо. Ебанись ты в хуй. Вот это был поворот. Дайте патроши, пацаны, блядь, вы тут мне нормально просадили, блин. Дайте мне патроны. Угу. Грехи тут замаливали, блядь. Патроши, ай, спасибо, спасибо. Ну да не те патроши, ешь ты, матрёшь. Так, ладно, идем дальше. Так, тут ничего, тут ничего. Здесь зомбарь есть кто-нибудь? Да хуй достал, тут уже всех снес, разнес и уничтожил просто. Это сколько стоит? Куртка 70, забираем. Так, а тут же должен быть какой-то, блядь, сейф или что-то вроде этого, да? Может быть, что такого здесь нету, да? Вот и какой-то выход наверх. А вот я жду, что сейф должен быть где-то, блин. Здесь отмычки? Нет, нет отмычек, но старым добрым способом. 2000 поколупаем и нормально будет. Акустик, акустик. Я, короче, так вздохнул, как будто это, бля, просто плохой лут. Не, ну, отчасти он хороший, но... Я ищу совсем другое. Я ищу бур или что-то такое. Что это такое? Сигары. Создавайте, научиться сигары, блядь. Мне очень сейчас нужны, блин. Это что? Это дробовик. Ну, будет больше, меньше, вернее, будем использовать тряпки для создания бинтов. Так, я что-то уже выбрался на второй этаж. И это как-то... Даже что-то я ничего здесь толкового не вижу. Это уже третий этаж, даже не второй этаж. Мы идем на колокольню, да, по большому счету, да, уже? А что здесь? Почему здесь дырка? Ладно, хер с ним. Идем наверх. Тут, наверное, ворон будет сидеть. Ворон? Нет ворона, блядь? А смысл то, что мы вышли? А, я понял. Это следующие очень противные существа, ага. Бля, тут же, блин, главное не джахнуться вниз. И что? Ах ты паскуда. О,
Попали мы в шикарное местечко. Что здесь у нас няшного? Отлично. Это мы примем как раз. Сумка с оружием. О, арбалет. О, бля. Это что? Это модификация. Так, значит, выбрасываем. Модификацию надо забрать. Шаурма. О, бля. Так, ладно, что мы можем скинуть? Вот это можем скинуть. Что это у нас? Еда. Что можем ее вообще скинуть? Ой, о, это же что, как это так не разобрали мы, а? Вообще интересно. Заперто, да? Угу. Ну, будем долбить, сколько тут тысяч. Ой, ёшки-матрёшки, бля, 10 тысяч, охереть. Ну ладно, нам тут довольно-таки это быстро будет. Ну, во, плюс-минус, нормально это будет, 10 тысяч. Ну, я надеюсь, что там будет лут тогда довольно-таки неплохой. Раз 10 тысяч, это какой-то армейский прочный сундук. В нем явно должно быть что-то ценное. Так, у нас есть что-то, какие-то фугасные гранаты. Хорошо. Проверим, это что за фигня. Ну, сейчас посмотрим, увенчался наш рейд по кафедрали, кафедральному собору успехом. Только сейчас надо выпить что-то, а то у меня, блин, что-то стамина не хватает. А, кстати, что у нас здесь? 30 скорость снаряда, 175 прочность, 273. Ну, неплохо он стоит, кстати. Это можно разобрать. Свинец нам нужен будет, пригодится. Так, это еда. Испытывайте жажду опять. А, это же лекарство. Стероиды. Ну, чуть-чуть, друзья, мы скоро уже будем у финишной прямой. А мы уровень подняли, да, кстати? Надо что-то будет куда-то влить. Ну. Патрон для дробовика. Патрон с двух пуль выпадет больше расстояния, чем дробь. Создание патрона для дробовика. Окей. Взять, носить. Еще их не было даже. Это что? Железные поножья. Это сколько он стоит? Блять, это... Да-да-да-да-да. Так, что мы можем выкинуть? Что мы можем выкинуть? Так, что у нас здесь по хилке? Это что? Он не подходит. Банки, склянки, шманки. Нам это пока что не нужно. Покушаем, да? Нам на украс идет. Покушаем. Блять, суки. Думал, что как-нибудь схитрить получится. Не получилось. К сожалению, где дробаш? Можно позарядить? Не можно зарядить. Стрелы. Ну, блин. Так, трубы. Давайте, значит, скрап их закинем. Это будет все-таки гораздо дороже стоить. Так, ну что ж, полезли вниз, да? Сейчас бы, блядь, идеально не шлепнуться вниз, на. А если мы сюда пойдем, не, блядь, сломаем ноги, по-любому сломаем ноги. Пойдем мы нормальным путем, блин, нахер. А то, блядь, что-то еще сломаюсь. Сдохнем. Это вообще не будет не алё. Блять, ну то есть какой ты смешной вообще. Лезь вниз. Хорошо, красавчик. Дальше. Ну все, мы уже самое няшное уже забрали здесь. Уровень подняли, короче, несемся дальше. Разгрузимся сейчас. Так, тихо, стопэ. Стопэ. У нас тут есть какой-то сундучок. Ну, сумка какая-то есть, сундучок. Ну, я скажу так.
Это можно использовать. Это можно использовать. Это можно использовать. Так, мы тут этих пролутали всех. Вот это, да. А по низу ничего нету? Нет, ничего по низу нету. Так, ладно. Ладно, все здесь залутали, все мы тут проверили. Это что? Это мы отсюда. А это что? Подожди, Вован, не спеши. Не гони лошадей. Посмотрим, что здесь еще есть. Это что за место такое? А, я понял. Мы здесь были. Ну, надо сейчас отсюда выбраться. Сейчас надо отсюда выбраться каким-то образом. Не сюда. Ну, вот сюда. Мы здесь залазили. А, ну, спустимся. Так, тут что-то все забаррикадировано. Сейчас будем ломать. Топорчик дайте мне. Это по-любому, это выход. Да посмотрим, может быть, здесь есть. Ну вот, я же чувствовал, прям чувствовал, что здесь что-то есть. 140, давай скушаем. Ладно, железную банку выкинули, ну и хрен с ним. Да. Так, что-то я не понял, куда я пришел. А, ну, откуда я заходил? Так, книжки. Как это так, я не проверил даже. Схема шашки. Так, здесь все проверено, да? Тут не в шкаф. Так, хорошо, здесь проверено. Здесь ничего нету, отличненько. Так, оттуда мы заходили, мы здесь упали, да, здесь упали мы. Это мы проверили. А где у нас выход? Можем отсюда выйти, можем отсюда. Блять, как я так лутаюсь еще, блядь, даже гроб не пролутал, я не понял. Гроб пустой. Походу тут выйти нельзя, да? Надо строить лестницу нам. Нашу импровизированную. Иначе мы отсюда не выберемся никогда, да? А не, почему выберемся больше? Это что? А куда я выбрался вообще, блин? Нам не сюда. Воу! Что, ничего не сломали? Так, откуда мы пришли? Блять, я уже забыл, откуда пришел. Нам туда надо. Угу. Окей. Туда. А как мы туда вообще, должны попасть, по идее? Тут другого выбора. Так, что, окей, хорошо, ладно, строим тогда. А что мы можем построить, блядь? Нихуя мы не можем построить, нам надо что-то выбрасывать. Деревянные блоки. Угу. Ну вот и все, мы вышли.
Тут нас уже ожидают пацаны, да? Лежать, твари, блядь. Так, пошли разгрузимся. Потому что мы не сможем ничего загрузить больше себя. Где моцик? Блять, моцик, я же там в том конце стоял. Моцик, ё-моё. Моцик, идите ко мне. Ну. Бля, Юс, как далеко. Посмотрим, что мы туда можем перекинуть. Все. Наконец-то, блин, работает фонарик. Так, какая-то сокровищ. Мясо. Так, надо разобрать этот мотор. Сначала проверим, что у нас здесь есть. Машина масла. Ничего толкового. Реально сушит просто по-страшному. Ну так, друзья, короче, я сейчас не знаю, может быть, что съездим вот сюда, может быть, этот дом пролутаем. И на этом будем завязывать сегодняшнюю игрушку. Точно не игрушку связывать, а лутание сегодняшнее завязывать. Вот здесь полутаемся еще. Сейчас, секундочку, прервемся на минутку. Ну что, друзья. Ой, блядь, что-то меня залагало. Ну что ж, лутаем хату. Лутаем хату. Просыпайтесь, зомбарина. Никого нету? Ой. Стекло мне вообще не сдалось. Так, тут лестница. Ящик инструментов. О, части бензопилы. Нехило, нехило. Хорошо, это радует. Разобрать. Собрать. А это что здесь? Дверь, ясно. Так, что здесь у нас? Дверь заперта. Что это было? Я что-то не понял. Там окно. Книжки мы ничего не нашли, так что здесь? Пацаны, кто есть? Никого нету. Так, иди сюда. Там за дверью кто-то тусуется. Отлично, сарай, не знаю, мне кажется, даже мы уже мы умели его делать, да? Так что это надо, блин. Жопа жопошная, ну что ж мне поделать с тобой? Ну мне, блядь, тут нехуй даже. Вот так с тобой, блядь. Так, что ты, блядь? Как это бесишь, мне нету места, куда все, блядь, скинуть это.
Ладно, 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 это могу я прочитать? Ну ты все. Меньше геморроя. Свинец, это хорошо. Шкафчик. Ну, походу, мне просто не будет места. Мне просто не будет места. Даже если хочу лутаться, мне не получится лутаться здесь нормально. Потому что у меня нету места. Это надо, блядь, было с фурой ехать. Надо было фуру делать. Ну, это ладно, мы в следующей серии сделаем фуру. Так, давай, есть, кушай лосося. Так, блядь, шину делаем, берем нахуй, блядь. Ставим, блядь, похуй. Что у нас здесь? Банки, склянки. Окей. Так, тут все про... Ладно, все проверено, да, все проверено. Буфи. Угу, такс. Ну, тут будет явно какая-то тварь сидеть внутри. Бешеные зомбари, они мне просто напрягают, блядь. Ботинки разобрать, нахуй, все разобрать. Все разбираем, чертовой матери, разбираем все. Это что? Кусок ткань, не надо мне твоя ткань. Найти сокровище. Километр до сокровищ. Нам не до этого. Разобрать. Блять. Где просто ведро разобрать? А вот и... Не, вкусняшки. Разобрать. А почему не можешь это разобрать? Так, подожди, ладно, выберем, просим бумагу. О, бать. Раунды минуту 54, минус размер магазина, минус один. Окей. Доски пошли отсюда. Так, это разобрать. Ружье забрать. Денежки нам нужны. Что можем еще разобрать? Что это? Сколько стоит? 28 разобрать. Это 95. Это 177. Это 8 разобрать. А это сколько стоит? 8 разобрать. Ну, тут, походу, уже больше ничего не будет, да? Я думаю, в этом доме. Ну, ладно, ничего, полазим, все равно посмотрим. А как это и не... Так как и так? Нахер не сдалась нам. Так, там мы все залутали. Тут еще главное, еще я же на второй этаж еще я отходил. Твоя дивизия, а? Ты сколько видосиков? Как, бля, полтора часа, наверное, бля, видосик это уже идет у нас. Угу. Так, тут что-то спрятано. Уголь. Так, что здесь? Там явно что-то есть. Но... Он сделан по-другому чуть-чуть. Где 8? Восьмерочка. Mm.
Включи что-то, блядь, толковое, ну. До свидания. Лежать, тварь, ешь ты матрешки, блядь, напугал меня опять, а? Что ж вы такую, блядь, дурную привычку взяли себе, пацаны? Пугать меня нахуй вообще до смерти почти что. Блять, ж поныкает, блядь, по всей хате, блядь, все это дело, копье нахуй разобрать. Подозрительно здесь стоишь, значит, не должно здесь быть, на. А, я понял, все, ясно. Окей, слазим. Ну, полутались мы здесь, ничего толкового мы не нашли, по большому счету. Так, это мне нужно. Нахуй это выбросим. Так, ну что, друзья, я погнал домой. В смысле, блять, чтобы сэкономить времени, я, конечно, это сделал вне записи, а то зачем продолжать ехать еще 5 минут, вот так уже видео растянулось на километр. Так что скоро вернемся, друзья, никуда не уходите. Друзья, чудо свершилось. Вообще, посмотрите на это дело, мерный стакан, друзья, мерный стакан. Вы это видите, да? Вы видели это, да? Вы видели, да? Это меня глаза не обманывают, да? Там был мерный стакан, да? Это что-то с чем-то, чем могу сказать вам, друзья. Это просто что-то с чем-то. Я, короче, ехал домой. И наткнулся на вот на эту такую вот фишку, да, здесь. Что здесь, оказывается. Ну, дроп вот здесь-то был, скорее всего, да, но он. Его сбросили, но я как-то, знаешь, как обычно, блядь, прослал где-то его. В конце концов. Так, это нахуй выброси, нам все равно это не нужно. Что-то еще можно. Жир оставим, что-то краска нужна. Где-то мерный стакан здесь у нас. Это самое главное сейчас, блин, чтобы его не просрать. Так что с едой все нормально. Суп скушаем нахуй. Все. Поехали обратно домой. И вот как раз я пытался доехать до дома, и вот тут такая вот. Да ешь ты матрешь. Ну что ж ты будешь делать, блядь? Тут смотрите, что творится, блин. Ну до дома не даете доехать. Что здесь? Сланец, блядь, нужен сланец, мне нужен сланец. Это нахуй уберем. Сланец-то хорошая штука. Так. Значит, что сделал быстренько вот так. Сюда, это сюда. Это чиним. Что такое? Угу, я понял. Мать. Ладно. Ладно, все, поехали домой, иначе мы так не доедем до дома, блядь. Так будем все лутаться и лутаться. Надо доехать до дома, разгрузиться. И на этом. Сделать какое-то заключение, сколько мы полутали, что мы налутали и вообще чего взяли. Главное, что мы сейчас наконец-то добрались до химического стола. Это мы, конечно, сделаю тоже в офлайне, конечно, но что сделаю, чтобы вам поставить, это смысл его там показывать вам нету. Вы сами по себе прекрасно знаете, что такое, как его делать. Вот действительно, то, что был камень преткновения, это вот этот эта странная мензурка. Но мы ее достали, у нас все хорошо, все отлично. Так что сейчас пойдет совсем другая проблема. Сейчас совсем вообще проблем не должно быть. Во-первых, с крафтом патрон и всем остальным.
Так, у нас есть системический стол, я не хотел крафтить патроны, то бишь порох, не хотел крафтить, ничего не хотел крафтить, потому что очень дорого. Ой-ой-ой-ой-ой, мне тут занесло. Так, главное, сюда дом даже не вижу, блядь, заросло все, блин. Да ты как-то называется свою изгородь сделать из этого, из... из этих... Отлично. Пошли разгружаться. Так. Рез, выкидываем все, что нам... Так. Что у нас тут? Это кости. Химия. Что еще? Все? Ладно, это выложим сюда. Это тоже выложим пока что сюда. Продажа. Ой-ой-ой, тихо, спокойно, не туда. На продажу железку мы выбрасываем сюда. Где еще? Где еще? Это же было серебро еще. А на серебро, наверное, было. На серебро, наверное, там. В мотоцикле. Так, это сюда. Потроши, так, акусика потроши сюда. Так, дробаша оставляем. Дробаш. Все оружие скидываем сюда. Бомбы. Сюда. Так, одежду. Потом я разберусь, просортирую все это дело. Что на продажу пойдет, что куда. Запчасти. Так, сюда. Так, отлично. Модификации тоже сюда. Так что, друзья, я сам уже тут разберусь с этими делами. Так что большое вам спасибо за ваш посмотр, лайк, лисички, комментики, советики по поводу игрушки. Оставляйте под видео. Буду очень благодарен. А на сегодня мы прощаемся с вами и увидимся уже в следующей серии, друзья. Всего доброго, пока-пока.